Приветствую всех на канале, с вами Серега, всем привет! Сегодня поговорим о ботинках Nike Premium AGG Boots. Аббревиатура AGG расшифровывается как Air Conditions Gear. Экипировка для любых условий, одинаково подходящих как для снегов, лесов и горных склонов. Линейка AGG была запущена в 1989 году и является частью Nike уже около 30 лет. Вначале технология была использована только в обуви, а в последующие годы частью Nike AGG стала и одежда. Куртки с Гортекс, ветровки, различные аксессуары. Гортекс — это мембранная ткань, может быть как и двухслойная. Такая мембрана используется в изделиях с подкладкой, так и трехслойная, где используется внешняя ткань, а мембрана ламинируется, и потом идет внутренняя ткань. Вот. Значит, мембрана Gore-Tex производится из фторопласта, он же тефлон. Основным свойством материала является водонепроницаемость и паровыводимость. Вот. Значит, ткань была изобретена Уилбертом Гором и его сыном Робертом Гором в 1969 году. Основные преимущества технологии – это долгий срок службы, универсальность, отличная водонепроницаемость, высокая паропроницаемость, защита от погодных условий, дождя, снега, отличная прочность и защита от перегрева и холода. Обувь с Gore-Tex используют такие фирмы, как Adidas, Nike, Asics, Salomon и другие. Вот, значит, шнурки на данной модели качественные. Язычок состоит из двойной ткани. Значит, и вставки кожаные и из текстиля. Также на языке аббревиатура AGG, она также идет на пятке, аббревиатура. Вот. Берц у нас средней высоты. Значит, внутренняя часть у нас из мембраны Gore-Tex. Она покрывает площадь ботинка примерно на 85%. Внутренняя часть закрыта данной мембраной. Стелька теплоотражающая в данных ботинках, держит тепло. Верх у нас выполнен из толстой качественной кожи. Кожа, правда, очень классная. Также задник отделан кожей с внутренней и с внешней стороны. Имеется петля для подтягивания. Уже такая более большего диаметра усиленная петля. Вот. Шнуровка у нас интересная, значит, есть по два боковых крючка с каждой стороны ботинка, открытые крючки, очень удобно развязывать, завязывать. Также имеются дополнительные боковые крючки, что дает большую плотность данным ботинкам. На заднике также имеется вставка из пластика, что
уберегает от внешних каких-то ударов. Вот. Подошва массивная, также имеется свуш сбоку, Nike на подошве, спереди подошва идет свуш Nike, и на заднике просто слово Air. Подошва у нас очень такая рельефная, большая и очень-очень прочная. Вот. Значит, смесь подошвы, значит, резина и пеноматериала. Вот. Баллон у нас очень похож на систему Air Max 97. Очень такой большой баллон, расположен практически на всей части стопы. В части носка он более уменьшен, более закрыт от случайных каких-то порезов либо сколов. Также баллон защищен в пяточной части от случайных разрывов воздушной подушки. Подошва на данных ботинках очень агрессивная. Вот. Протекторы большие, здоровые. Сцепление просто сумасшедше великолепное. В городских условиях, если их носить, это просто супер ботинки. Круче модели я еще у Nike не видел. Это, наверное, самая лучшая, одна из самых лучших моделей Nike. Вот. Значит, ботинки тяжелые, весят, ну я не знаю, сколько они весят, но примерно, может быть, полкило на один ботинок. Вот. Очень тяжелые, но несмотря на их вес, они очень такие интересные и практичные. Вот, значит, носить рекомендую начало весны, конец осени, зима. В нашу зиму в них точно не замерзнут никогда. Вот. Здесь соблюдены все технологии Nike. Прям все, что можно, сюда запихали. Это и Gore-Tex, и Air Max, вот, и кожа, и все, что угодно. Вот. Модель не продавалась в нашей стране ни разу. Может быть, она когда-нибудь появится на наших полках. Если появится, очень рекомендую приобрести. Не пожалеете, 150%. Это ботинки просто танки на ногах. Реально. Они не то что большие, громоздкие, они просто реально вездеходы. То есть в них можно, я не знаю, что угодно можно в них делать. Это очень крутая модель. Вот. Расцветок, если не брать каких-то гибридов, потому что есть с такой подошвой баскетбольные какие-то гибриды, я просто видел одну модель, не помню название. Но именно в таком исполнении я видел всего три расцветки. Это серо-оранжевая, которая сейчас представлена. Черная модель. Очень классно смотрится.
черная модель полностью. Вот. И, соответственно, также черная модель с кислотной оранжевой подошвой. Отличные ботинки, одни из лучших ботинок, что я видел у компании Nike. Ценовая категория 13 тысяч рублей. Классная обувь. Спасибо, что были со мной на канале. С вами был Серега. Пока-пока.